Спасибо большое Тохе и Тарасу за сегодняшний вечер. Я надеюсь, Серега поправится очень быстро. Респект вам, что пришли реально. Это очень важно, очень круто.
И спасибо всем ребятам из групп, которые собрались сегодня, чтобы сыграть. Я надеюсь, все готовы разъебывать больше под Левиафан и под Powerplay. Я надеюсь, блядь, все готовы, потому что если кого-то не будет Моши под Левиафан или Powerplay, реально. Одна мысль, которая пришла в голову, быстро ее озвучу. То, что мы сегодня собрались, имеет скорее немного печальную предысторию, но все равно в этой всей не очень, или даже очень нехорошей истории, несмотря на маленький позитивный момент, то, что мы не остались равнодушными, и комьюнити, и друзья Сереги собрали вот этот вот концерт. Поэтому это супер круто. С другой стороны, немножко грустно от того, что такое количество людей и такое количество крутых групп, которые, на мой взгляд, опередили свое время, я сейчас говорю про Левиафан и Powerplay в первую очередь, они сейчас имеют возможность и желание собраться только когда возникает вот такого рода причина. И это, по-моему, не очень прикольно. Я надеюсь, сегодня вы отдадите ребятам энергию назад, которую они, возможно, кому-то из вас отдали 5 лет назад или там 8 лет назад. И это зарядит их на дальнейшее какое-то творчество. Было бы очень круто. Ребята, не превращайтесь в ёбаную рухлядь. Вы все еще молодые. У вас много энергии, просто типа. Не превращайтесь в кучу мусора, прежде чем вы ей ставьте на самом деле. Отчуждение, которое мы сегодня днём за днём. Двери, которые переполнены, двери,
песня о вот таких концертах.